Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Как приехать в Албанию? Как приехать в Албанию быстро? Друзья, самый простой ответ – это приехать просто. Вот что я сейчас сказал, что я имею в виду. Обычно люди как планируют там приезд или там переезд в Албанию, да, или свое путешествие, они очень долго-долго готовятся, долго что-то вычитывают, долго что-то спрашивают, собирают сведения, собирают данные, анализируют, такие умные-умные ребята, да, то есть они очень-очень много соображают, вот, тратят на вот эту мыслительную деятельность колоссальное количество времени, просто колоссальное, да, и, как правило, друзья, такие люди до нас не добираются. Ну, почему? Потому что пока они собирают данные, информацию, еще что-то, то миграционное законодательство поменялось, то что-то с визами произошло, то у них там какие-то бытовые проблемы, и все, они сели в лужу, что называется, да? Это из того, что я вижу. Это я не придумываю, это я вижу просто опыт переселенцев, да? А кто до нас добирается? Не те, кто очень много думают, а те, кто очень быстро действует. То есть раз захотел, быстро все сделал и приехал. Вот. Поэтому, друзья, тут идея какая? Я давно уже про это говорил, что чтобы к нам добраться и у нас поселиться, ну, если вам вдруг захочется, здесь не нужно долго готовить парашют. Как это ни странно прозвучит, но сначала вы прыгаете из самолета, а потом начинаете искать парашют. Это, конечно, шутка, но вот в плане там переездов, чего-то нового, каких-то новых приключений, эмоций, эта штуковина работает. Поэтому, ну, друзья, не обесценивайте свое вот это вот желание быстро действовать. Просто быстро действуйте, не сомневайтесь, и все у вас получится, и вы доберетесь до Албании там со всеми банковскими счетами, визами, там купите вы себе эту квартиру там и обзаведетесь кучу замечательных друзей здесь в Албании. Просто действуйте, не надо много думать. Алгоритм достаточно простой. Если вам интересно, вы можете мне позвонить, мой номер есть в описании каждого видео, я, в общем-то, доступен, со мной связаться никаких проблем нет. На сегодня все, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не терять его из виду, ставьте лайк, тогда мы чаще и больше будем выпускать ролики про страну. И звоните мне, если вы хотите приехать, поселиться у нас, что-то большое или маленькое купить и получить ответы на все ваши хитрые вопросы про эту страну. Успехов!